С главными новостями дня в студии Ирина Цепетова. За спасение погибающих на водах к медалям МЧС России представили 4 жителей поселка Индиго, спасших в прошлом году 15 своих односельчан. Соответствующий приказ о награждении жителей НАО ведомственными федеральными наградами подписан министром МЧС России Владимиром Пучковым. Напомню, трагедия произошла в сентябре 2015 года. Вездеход с работниками СПК «Индиго», переплывая реку Щелиха, начал тонуть в 40 метрах от берега. На помощь утопающим бросились их земляки. В тот злополучный день на борту снегоболотохода находилось 17 человек. Все они, работники СПК «Индиго», ехали на работу в тундру, когда машина пошла на дно. Рядом оказались жители поселка Индиго, 4 жителя, да. Ну, 3, а 4-й этот был как потерпевшим, Паньков Николай Станиславович, да, доплыл до берега, взял лодку, вернулся вот обратно. Так все быстро происходило, на самом деле вот разговаривал, говорят, что просто уже виднелись руки у некоторых, там женщины были. Если бы еще там, не знаю, какие-то мгновения, секунды, было бы больше, наверное, жертв. К сожалению, двое не спаслись. 4 жителям Индиги удалось спасти 15 пассажиров и водителя вездехода. В сельсовете решили, героический поступок односельчан не должен остаться незамеченным. В октябре администрация муниципального образования обратилась в Главное управление МЧС России по Ненецкому округу с ходатайством о награждении своих земляков. Спустя больше чем полгода награда нашла своих героев. И вот эти 4 человека, они, то есть, оказали помощь и эвакуировали всех с этого сумасшедшего вездехода. За что министр Российской Федерации поощрил медалью МЧС России за спасение погибающих на водах Барамухина Сергея Эдуардовича, Боброва Юрия Александровича, Кожина Сергея Васильевича и Панькова Николая Станиславовича. Спасибо. Медалью МЧС России за спасение погибающих на водах награждаются граждане Российской Федерации, которые проявили смелость, отвагу, самоотверженность и исключительное мужество, спасая утопающих. Награда имеет говорящее изображение. Спасатель, облаченный в гидравлический защитный костюм, который буксирует утопающего. Пока неизвестно, когда награды доедут до своих обладателей, жителей Индиги, но решено, что героям вручат их лично сотрудники МЧС. Кстати, для жителей Тимана не впервой спасать своих земляков. У нас, в принципе, постоянно жители отличаются. Заметьте, за последнее время людей находим в тундре, привозим. Наверное, поселок спасателей. Ирина Цепетова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».